чуваки. Башки. Да ёпперный театр. АРМ. АРМ. Давай, давай, милицию. Куда? Это этот? Да. Звони в милицию, говори, я преследую его. 02-02? 112. Да, хорошо. Будапештская. Сейчас, только что из такси номер К416РМ. К416РМ выстрелили прямо в наш автомобиль. Бухарестская. Куда? Куда ты едешь-то? Куда? Что? Козлина. Сейчас скажем. Пап, какой это номер дома? Ты не можешь? Сейчас не знаю. Сейчас еду за ним. Пускай быстрее ППС вызывают, я за ним еду. Рядом с 226 школой, Будапештская, 35, корпус 1. Быстрее ППС! Он пытается скрыться. Да, корпус 1. Вот сейчас здесь мимо домов ездим. Volkswagen Polo. Да-да-да. К416РМ, просто я плохо слышу. 198. 198 регион. Белый. Яндекс.Такси. Белая машина. Уже номер... Кондратьева Ангелина... Номер дома 36. Эриксона. Быстрее ППС! Преследуй его! 8981. 950, 57, 35. Мы уже проезжаем мимо, сейчас скажу, какой это дом. Мы едем прям, получается, к участку полиции.
четвертому отделу полиции подъезжаю. Четвертому отделу полиции. Будапештская, 38, корпус 4. Мимо этого дома проезжаем. Хорошо. Спасибо. А зачем отключают-то? Он отключил, не знаю, не я отключу. Ну, номер я дала. Михаил, звони 112, пускай... Пока Михайлова нету, она не залезла с нами. Ёкарный бабай! Где Михайлова-то, ёлки, я даже не заметил. Ты сразу дозанул, когда она вышла и... Звони еще раз, скажи, что преследуем машину, быстрее перекроют дорогу. Сейчас мы поедем. Давай, скажи, что был вызов, был звонок. Преследую машину, которая выстрелила в нас. 112? 112, да. Скажи, что... Имя 4-го участка. Около 4-го, да, дело полиции. Здравствуйте. Мы сейчас находимся прямо рядом с 4-м участком полиции. Здесь Volkswagen, и его водитель выстрелил в нашу машину. Сейчас мы находимся рядом с улицей Будапештской, дом 42, корпус 3. Да. Мы стояли на дороге, нас подрезала машина и в итоге выстрелили нам в окно. К-416-РМ, 198 регион. Сейчас посмотрим. У меня видео все записано. Кондратьев Ангелина Феликсовна. Дай, скажи, с 4-м полицией соедините, они прямо здесь сейчас прибегут. 8-981-950-57-35. Дай мне телефон. Что? Мы зажали его у 4-го. Сейчас я телефон передам, все скажете. Алло. Здравствуйте. Быстренько с 4-м отделом полиции соедините. Мы здесь этого таксиста зажали. Прямо вот в 50 метрах от 4-го полиции. Ёлки-палки. Ладно, Будапештская, 42, корпус 3. Стоим, его прижали. Маме позвони, скажи, что мы здесь. А, что я ей позвоню, у нее телефон здесь. Ай. Конечно. Так. Скажи этому водителю. Посмотрим, чтобы он бы это не выкинул какое-нибудь оружие. Ну я смотрю в окошко. Типа, в окошко. Спрашивает точно не у меня.
почему 112, а не 02? Потому что у них 112. Что за отстой? Это же просто единая служба спасения. А где оперативники-то, ёпта? Я не знаю. Может, ходить к ним? Скажу, выйдите. Скажи, что им надо эту самую машину высадить, стою здесь, прижал. Беги, беги!